Сегодня бог фигурного катания услышал Мишу и всех его болельщиков. Короткая программа Михаила Калиды – это адреналин большими ложками. Миша порадовал всех гурманов фигурного катания. Стремительный, безошибочный и, главное, такой свежий и полный сил. Но именно такого Мишу хотели видеть на Олимпиаде. Но таким он вернулся на чемпионат мира в Милане, чтобы сорвать овации и подарить фантастический прокат. Сегодня Калида блестяще справился с короткой программой. И с результатом 100.08 Миша возглавляет турнирную таблицу. Желаем удачи и ждем произвольной. Только победа!